Ну что ж, ребята, всем привет, меня зовут Налфи, как вы поняли по названию данного видео, опять разговорный ролик, я запускаю новый проект, который будет называться «Внутри блогера». Я здесь, в своей комнате, сделаю шикарное место, чтобы сделать вот так, сюда посадить какого-нибудь блогера и пообщаться с ним, изучить его, как он будет продвигать свой канал. У меня уже есть на заметочке пару ребят, которых я сюда приглашу. Пока что вам не скажу, примерно 3, 4 или 5 числа будет такой видосик. Я уже знаю, кого пригласить. Все будет вообще шикарно. Как будет проходить такой мой новый проект? То есть я напишу какому-нибудь ютуберу, не особо популярному, приглашу его сюда, к себе. Он будет, я же говорю, опять же, сидеть вот тут вот, или вот тут вот. Посмотрим, как это будет. Вот, он будет сидеть либо справа, либо слева от меня. Я ему буду задать некие вопросики. Посмотрим, как он будет на них отвечать, как он вообще будет реагировать на мои вопросы. Ведь вопросы будут, блин, непростые. Будут даже очень клевые вопросики. Может, даже вы будете знать этого ютубера или блогера. Может, это будет игровой контент, может, это будет блогинг, может, там, разговорная тематика. Все очень будет клево. Монтаж, конечно же, как вы видите, улучшилось качество превью. Это, как вы видите, по вот этому и вот этому ролику. Да, превьюшки все-таки улучшились, и превьюшка вот этого ролика. Скажите же, ну, не фигня какая-то, наоборот, клево. Я превью только делаю минут 40 каждый раз. Сам ролик монтирую от 2 часов до 5 часов в день. Вот. Что можно еще рассказать о новом проекте? Такого плана проекты, конечно же, были. Было много таких. Ну, например, «Дудь», «Плюшки», вот такие. Я вдохновился ими и решил сюда теперь приглашать к себе ютуберов. Ну, честно, у меня были такие уже планы давно, чем год назад или два. Но я такой, блин, я не популярный вообще, типа, у меня даже 100 подписчиков 2 года назад не было. Я такой, и что мне делать тогда? Зачем мне туда снимать такую штуку, если там будут приходить люди, у которых в разы больше подписчиков, чем у меня? Но ничего, чего-нибудь придумаем. Надеюсь, вам данный видосик такой понравился. Я вас так немножко, как говорится, ознакомил. Через 2-3 дня ждите. Будет очень клево. Надеюсь, вам такой формат понравился. Ну, с вами был я. Меня зовут Нелфи. Спасибо огромное за просмотр. Опять же, спасибо огромное за 500 подписчиков и за 100 000 просмотров. Всех с Новым годом. Всем пока-пока.